Друзья, всем привет! Ну и вот наш аквариум уже с самочками готов. Конечно, еще чуть-чуть надо будет доделывать. Опять у меня новые идеи возникли. Видите, сеточка стоит. Самочки гуппи полные-полные плавают сверху. Меченосцы Санта-Клаус, простые меченосцы, берлинские меченосцы. Малинезия плавает. Тут какая-то одна у меня там затесалась. Некуда было ее деть, то есть я ее сюда... Самочки гуппи вот эти, которые такие крупные-крупные. И самое интересное, ребят, видите, ну, поставил я домик, керамику, видим анубиусы. Анубиусы я привязываю к кокосу на резиночке, потом резиночку убираю. Товарищ мне подарил анубиусы, будем надеяться, отойдут они, потому что кто-то ему тоже передарил, то есть листочки были чуть-чуть затянуты. Поэтому надо надеяться, что вот эти листочки я некоторые убрал. Видите, они с дырочками были. Что пойдет новая корневая система и разрастется хорошо. И вот результат. Видите, малечки, детки, гуппи уже плавают. Так, что мне не нравится, ребят, потому что сделал я, видите, продувку, то есть получается, что один компрессор и второй компрессор я поставил как дополнитель, он дует, и в этом аквариуме все идеально чисто, и по дну уходит вот сюда. Тут я тоже анциструсов запустил. Штучек, наверное, 10 маленьких, вот видно, видите? Они доедают, чистят. Конечно же, идеально кормить яйцами на уплей, то есть мелким живым кормом. Надо разводить и делать. Ну, я кормлю часто гуппи, и совсем-совсем мелкий корм уходит в эту сторону, то есть или он сверху уходит, или снизу. И ребята тут все доедают. Тут я пару мхов положил тоже, видите? Вот малечек. Ну, довольно много малечков. Ну, как довольно много? Это, конечно, бывает самка, может, и 100, и 150. Тоже анубиус. Свет. Вот если мы видим, тут более желтый, тут более светлый. Ну, растения. Кстати, у меня у товарища вот такой простой ледовский светильник. Фантастические растут, разрастаются. Ну, надо попробовать. Так же самое, видите, посадил я тоже так на резиночке все. Разрастется, будет хорошо. Сейчас я заметил, ребят, многие пишут, то есть я читаю комментарии, что все, Ютуба то ли в России нет, то ли в России монетизацию отключили. А я говорю по-русски, буду показывать, и там ребята говорят, все, мы закрываем, не закрываем канал, мы прекращаем делать видео. А я думаю, что связано это с монетизацией, то есть, знаете, людям не платят деньги, у них сразу настроение, как говорится, не стоит, то есть настроение падает. Ребят, мне Ютуб никогда особо-то ничего не платил. Поэтому я, как показывал, так показывать вам и буду. Поэтому, ребят, смотрим, подписываемся, поддерживаем небольшой мой скромный канал. Что я что-то пытаюсь рассказывать, показывать, что я делаю. Но моментами даже самому нравится что-то необычное, новое и интересное. И это аквариум только старт, как говорится, нашего проекта такого. Доведем просто до ума то, что вы отсаживаете самочек, и у вас... 99% сохранность малечка. Вот к этому мне хочется прийти, чтобы самку тоже не мучить, да, то есть не посадить его такой вот отсадничек, что она бедная тут сидит, рожает, у меня бывало, и выпрыгивает, и там забивает друг друга, чтобы самки жили полноценной жизнью, вот полноценно, видите, я сейчас руку сюда хоп пущу, и уже все тут ждут еды, чтобы была полноценная жизнь у рыбок, чтобы они не мучились, ну, а когда они малечков вам принесли ночью, или под утро, вы этого не заметили, чтобы они все сохранились, выросли и радовали потом вас и ваших друзей, которым вы будете их дарить. Все, друзья, всем пока.